Здравствуйте, гости, уважаемые. Сегодня мы присутствуем в выставочном зале «Арт-курорт» для того, чтобы торжественно открыть замечательную выставку персональную художника Виктора Александровича Цветкова. Экспозиция не только о Ленине. В выставочном зале «Арт-курорт» состоялось открытие выставки одного из лучших представителей социалистического реализма в СССР, чей творческий путь начался в поселке Тарховка рядом с Сестрорецком. Яркое мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею художника и 150-летнему юбилею выдающегося революционера и государственного деятеля Владимира Ильича Ленина. Представлена ленинская тематика, что, конечно, очень всегда приятно для нас, для сестрорещан, потому что так или иначе 20-е столетие было очень тесно связано с именем Владимира Ильича Ленина, который здесь находился в сарае в Разливе, затем в шалаше. И мы, сестрорещане, конечно же, помним об этих событиях, знаем о них и очень рады, что в экспозиции историко-культурного музейного комплекса в Разливе эта тематика, она сохранилась вне зависимости от каких-то временных, вот, исторических коллизий. Виктор Цветков – советский и российский художник, работавший в различных стилях. Его картины хранятся во многих частных коллекциях, успешно продаются на международных аукционах, пользуются популярностью у западных коллекционеров. Несколько картин живописца признаны одними из лучших работ русских художников 20 века. Как и хранителю музейному, очень приятно и волнительно, что в коллекцию музейного комплекса в Разливе попали три замечательные работы, вот они за нами, памятник Ленина Ленинградского вокзала, Ленин в Совнаркоме и Аврора. Эти работы были подарены нашему музею дочками Виктора Александровича, Дианой Викторовной и Верой Викторовной. Пройдите, пожалуйста, сюда. Это очень приятно, потому что собрание нашего музея пока еще не такое большое. И когда в музей, в коллекцию поступают работы художника такого уровня, это важно для музея, это важно для его коллекции, это поднимает статус. Сегодня на открытии выставки присутствовали дочери живописца, поделившиеся с посетителями воспоминаниями об отце. Творческое становление художника во многом связано с поселком Тарховка, где ему довелось жить около 4 лет в подростковом возрасте, а история его фамилии тесно связана с историей Сестрорецкого оружейного завода. Вспоминая вот эти рассказы отца о том, как они появились в этом месте, как он вышел, как они гуляли по этому разливу, как встретил его преподаватель из Академии художеств, увидел, мальчик рисует на улице. Надо сказать, что отец очень рано заинтересовался вот этой профессией, потому что отец его и дед его, они были связаны с изобразительной деятельностью, работали по храмам, иконописи и так далее. То есть это семейная линия. Вот. И подошел этот преподаватель из Академии художеств, увидел, мальчик талантливый, и вызвался помочь ему поступить. И в 14 лет, прожив 3 года здесь, с 11 лет он оказался здесь, в Тарховке, он стал на пятерке все экзамены, как взрослый, в Академию художеств. Посетить экспозицию можно в выставочном зале «Арт-курорт» в Сестрорецке вплоть до 3 февраля. Вход свободный.